Депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа Сергей Карнаухов отчитался перед жителями поселка Лоза. Население обратилось в общественную приемную Сергея Евгеньевича с вопросом о строительстве тротуара до 25-й школы. Всем детям приходилось для того, чтобы пройти в школу, идти просто по проезжей части. Она здесь достаточно зауженная, а зимой, во время чистки снега, она еще становится уже. И все шли, машины разъезжали с детьми, что представляло непосредственную опасность для граждан и детей, особенно в утренний и в обеденный период. Детали благоустройства проработали на общественном сходе, обсудили расположение стоянок, съездов, рассчитали проект и заложили сумму в бюджет. И уже через короткое время родители повели детей в школу по пешеходной дорожке. Я старый житель, 62-го года я живу. Лоза преобразовалась прекрасно. Руководство 25-й школы обратилось к депутату с просьбой помочь с ремонтом. Музей образовательного учреждения находится в плачевном состоянии. Ремонт не делался еще с советских времен. Депутат закупил материал, нанял строителей. Рабочие отремонтировали полупотолок, электрическую сеть. В обновленное помещение теперь могут приходить ветераны. Для школьников здесь проводят мероприятия. Музей развивается. Сотрудничество депутата с учебным учреждением продолжается. На очереди благоустройство школьной спортивной площадки. Вадим Иванов, Дмитрий Зайчиков, программа «События».